У памятника погибшим участникам боевых действий в локальных конфликтах собрались жители города почтить память тех, кто погиб, выполняя служебный долг за пределами Отечества. С вывода войск из Афганистана прошло 35 лет. Уже выросли поколения, для которых эта война – далекая история. Наша главная задача – не давать забыть, передавать память о подвигах и преданности наших солдат своей родине. Мы помним это мужество, эту преданность, когда мы воевали за свободу своей страны. Это остается... Было, есть и будет всегда нашим главным приоритетом. Сегодня вся страна вновь объединилась, чтобы защитить своих людей от геноцида. В первых рядах те, кто вновь бьется за правду, наши ветераны. В их адрес прозвучало много слов благодарности. Они передают память подрастающему поколению, проводят в школах уроки мужества, делятся опытом с участниками СВО, а также принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи. Для нас, для ветеранов, сегодня очень важный день. Мы должны помнить о тех, кто свою жизнь положил ради того, чтобы наша страна процветала, жила. 28 щелковских ребят не вернулись с той войны. Не сказали «мама, я живой». К их именам на гранитной плите возложили цветы. В этом году красные гвоздики легли и к подножию памятника «Скорбящая мать», который установили в сквере рядом с мемориалом. Среди тех, кто из года в год приносит цветы к мемориалу, мама героя России Андрея Савгиренко. Мы приходим почтить память тем, кто не вернулся из боя. И в то же время те, кто вернулся из боя, для них сегодня праздник. Хочется пожелать им здоровья крепкого, чтобы на долгие годы они очень нужны подрастающему поколению, потому что кроме них, кто еще может объяснить нашим ребятам, для чего нужна была война? И пока существует эта преемственность поколений, память о героях нашей Родины, которые сражались за свободу, за правду, за мир, будет жить вечно. Огонь! Виктория Мельник, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.